Основные сценарии зимних происшествий отработали спасатели Восточного Казахстана. Бригады экстренных служб обкатали спецмашины, шерпы и болотоходы. На них форсировали водоемы и эвакуировали застрявших в снежных заносах. Водолазов задействовали в спасении провалившегося под лед автомобиля с пассажирами. Спасательную операцию развернули в реальных условиях при минусовых температурах. На следующем участке за дело взялись кинологи. В степи с минимальной видимостью искали пропавшего пастуха. Далее с поддержкой коммунальных служб отрабатывали тактику экстренной расчистки разрушенных паводками водопропускных труб и гидросооружений. Необходимость подобных тренировок обусловлена сезонной статистикой чрезвычайных происшествий. Прошлой зимой на востоке страны 55 раз объявляли штормовое предупреждение в зимний период. Зимние условия очень суровые. Ежегодно мы на автомобильных дорогах и в других перевалах спасаем где-то более 150 человек. И ежегодно спускается лавина искусственным путем где-то более сотни раз. Цель учения – это готовность сил и средств формирования.